третьим номером. Третий номер, значит, Пиарин. Пиарин? Пиарин? Живой танец, исполняющийся в воскресенье утром после мессы в церкви. Ну, помолились и с танцем так вот. Пиарин. Мастер-класс. Ножки по подушке для малышей от 1 года. Начнется сегодня в 13:30 в деревянном городке. Мастер-класс. Ножки за подушки для малышей от 1 года. Начнется сегодня в 13:30 в деревянном городке. Все срочно подходите к малой сцене. Идет выступление фольклорно-этнографического ансамбля из Италии «Тревиджано». Четвертым, значит, номером «Мадассе». «Мадассе». Танец, рассказывающий нам о том, как молодые ссорятся, а потом все равно мирятся. Ну, такой танец, приучающий правильно выстраивать отношения. Поссорились, помирились. «Мадассе». Мастер-класс «Плетение шнурков различных техников» пройдет сегодня с 13 до 17.30 часов на ярмарке «Шатле номер 1». Мастер-класс «Плетение шнурков различных техников» начнется сегодня в 13 часов на ярмарке «Шатле номер 1».
целом несерьезные для русского человека танцы в Италии. Следующий номер – квадрилья. Танец, исполняемый сельскими жителями и, видимо, простыми горожанами, как подражание аристократической кадрили. Квадрилья. Вы поняли, наша русская кадриль аристократическая. Венето. Си? Я уже по-итальянски говорю. Значит, это песня, воспевающая красоту региона Венето. Thank you.
Танец, прославляющий весну. О, еще не все. Браво!
ту-ту-ту. Браво ля музика! Грация! Спасибо большое! Тревиджано! Тревиджано – это фольклорный ансамбль, который существует с 1968 года. Ну, я думаю, конечно, состав плавно меняется, но это такой авторитетнейший фольклорный коллектив. Это подарок Крутушке. Это для нас от из региона Тревизо. И от группы Тревиджано. Флаг. Ага, флаг города. И ключи. Кейс. Thank you very much. Gracias. Сегодня в зале на той же крутушке 12 часов.